Эта неделя полностью посвящена искусству лицедеев. Все потому, что 27 марта во всем мире празднуют День театра. В торжества вовлечено множество площадок по всей области. Тем не менее, центральное действие запланировано на 31 марта. Во Дворце искусств пройдет праздничный концерт. И на одной сцене выступят артисты драматического, музыкального, кукольного театров. Также приедет труппа Кинешемского. Зритель увидит самые яркие хореографические номера, фрагменты капустников, сцены из полюбившихся зрителям спектаклей. У нас в Ивановской области многие площадки в этом году празднуют Всемирный день театра. Библиотеки, музеи, театры подготовили интересные программы, творческие встречи. Традиционно в этот день будет вручена премия лучшим работникам театров. Это будет 4 человека за большой вклад в развитие театрального искусства. Эта премия носит имя Льва Викторовича Раскатова, нашего народного артиста.